В 32 играх. Хагуш был самым грубым игроком того чемпионата. По-моему, у него 14 было, если не ошибаюсь. Месимович, надо забивать. Надо забивать, конечно. Удар Звездана Месимовича. Вскакивает динамовская и трибуна, и вип-ложа, которая вот здесь подо мной, в которой Марко Ломич находится. И все радуются. 1-0, Динамо впереди. Ну, просчет игроков Рубина, на мой взгляд, был достаточно серьезным. Первый гол Динамо Рубину в нынешнем сезоне. Ну и просчет действительно был очень серьезный в центре обороны. Там как-то несогласованно действовали Бакетти и Сесар Навас. Но и Месимович просто по-хоккейному вышел 1-0. Ну да, Бакетти уже тут не догонял. И, в общем, единственное, наверное, что он мог делать, это фалить. Но все это тоже не имело большого смысла. Очень здорово Куранье пропустил мяч. Не стал его трогать, по всей видимости, оценил позицию Месимовича и понял, что тому удобнее будет. Мне даже показалось, что Курань просто до мяча не дотянулся, а так бы он, передача предназначалась именно ему. Так бы он этот мяч перехватил, а получилось все хорошо.